Посмотрим, будет ли Стэн есть гусеницу. С неохотой, но ухватил. Вчера у него был хороший рацион из перепелиного яйца, поэтому он не сильно голоден. А за сегодня мы его покормили мало. Поэтому, думаю, гусеницу можно. Стэн сейчас линяет, поэтому он такой немного невзрачный. Но на сей раз он справился с гусеницей очень быстро. То, что субстрат попал ему вместе с гусеницей в желудок, это ничего страшного. Я специально держу мох сфагнум, который легко выводится из организма. То есть никаких рисков для ящера нет. И как всегда, он уходит куда-нибудь погреться, переварить и отдохнуть.